Добро пожаловать на канал Мыло ОК, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконовой порционной формы Лав. Все для вас, хозяюшки. Такой лозунг вполне подойдет для нашего товара. Чего только не придумаешь, лишь бы удовлетворить прихотливых и креативных с изысканным вкусом хозяев. Считается, что путь к мужскому сердцу надо прокладывать через желудок. В целом эта поговорка оправдывает себя. Если хорошая хозяйка угощает свою семью вкусной и, что немаловажно, эстетически красивой пищей, то слышит: «Милая, спасибо, все было прекрасно». А если речь идет о муже сладкоежке, то оригинальные силиконовые формы для кексов и другой выпечки – это то, что вам нужно. Ваши кексы и печенье станут украшением как праздничного, так и будничного стола. Представленные порционные формочки из силикона – одно из средств к сердцу и хорошему настроению не только мужчины, но и сердцам всех близких вам людей. Преимущества силиконовых порционных форм для мыла и выпечки таковы. Сделаны из пищевого пластика, экологически чистый продукт, безопасное применение, из гибкого силикона, занимает мало места, антипригарные, используются многократно, долговечны, удобны и просты в уходе, яркая палитра, разная тематика, фигурный ассортимент, низкие цены. Порционные формы силикона используют в таких видах пищевой промышленности, такие как печенье, пирожные, кексы, фруктовый лед, замороженный смузи, в мыловарении, для изделий из воска, фигурок, свечей, в косметическом производстве, твердое мыло, шампунь, сухие духи, бомбочки для ванны, фигурки, скрабы. В декоративных подделках из застывающих материалов, таких как глина, пластик. Вот так выглядит формочка. Она гибкая, эластичная. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!